Пушки, аниматроники, Фредди Балора, Мангл. Стоп, что? Мангл? Шедл Фредди. Ладно, потом посмотрю как-нибудь. Это что, Мангл? Так, скримеры. Привет, коты, с вами котенок Саня Плей. Добро пожаловать во FNAF Ultimate Edition 2. Сегодня мы пройдем пятую и шестую ночь. Вот у нас тут вот такой вот офис. Я тут прошел пятую ночь уже, но не записался и решил. У меня, короче, съемка там уже шестой, там что-то залагало. Ну я уже улучшил, тут у меня 200 энергии, 175 кислорода и побольше для Фантайм Фокси этих. Ну, фотоаппаратов, что-то мы там... А, вспышек. Так, Фредька, уйди отсюда. Так, Грег, пошел в жопу. Так. Фокси уже выходит, хотя только даже часа не было, блин. Он уже на подходе, блин. Так, Фокси. Я с тобой слежу, Васа. Так, слышь ты, Бонька. Так. Фух. Мы успели этого... Это Фантом Фокси. О, Балора, пошла нафиг. Ты всегда... Я тебя всегда ненавидел. Я тебя с первой ночи начал ненавидеть. О, Голден Фредди, новый аниматроник. А на шестой еще, наверное, какой-то должен появиться. Бэйби может. Все, блин, со всех сторон нападают. Так. Стоп, почему я оставил дверь закрытой? Мне энергия нужна. Только 2 часа. Еще какая-то смерть будет, наверное, в 2 часа. Хотя... Фантом Фокс пошел. Ты отсюда. Опять, блин... О, еще третья часть, там в третьей, так капец. Там с третьей ночи начинается спасение других, другими аниматрониками. Они заходят в офис, там и никто к тебе не приходит. Это прикольно. Так. Опять начинается игра, сломай себе шею. Так, Робопуп, ты оборзел, что ли? О, Бонька, до свидания. У нас 100 монет осталось, я тут улучшил. Видите, игрушки, а у нас тут... Фокси, он за энергию отвечает. Бонька... вроде за кислород он отвечал сейчас. Или Чика за кислород, и еще кто-то из этих двоих отвечает за вспышки этому Фантом Фокси. Пошел отсюда, Голден Фредди. Ты что тут творишь? Что тут за шаурму мутишь? Ты что тут творишь, блин? А где остальные аниматроники? Где они, а? У вас там ничего не прифигело, блин? Оба напали, вот... Оба, блин, присосались к моей энергии и оксигену. 4 часа уже. Да, мне кажется, нас уже ничего не сможет остановить. Фокси у него, он почти на подходе. Ты чё, оборзел? Так.
оксиген. Все, пока, Фокси, больше ты не на подходе. Так. Фредька, как ты задолбал спавнить? Причем тут первый финал больше всего появляется, и второго нету, ну вроде он должен быть. Или это только на компьютерной версии, или я просто у автора скачал не того, версию не ту скачал, видимо, у автора, которого... Эй, да фиг знает, что этот автор там натворил в этой FNAF-пародии. Так. Не сам автор этой FNAF-пародии, а... Ну, вообще, который выпустил эту FNAF-пародию. В Google Chrome там, и... Там этих FNAF-пародий дофигища. От всяких ваш... От всяких сайтов. Так, 10-й левел. Для чего он вообще нужен? Оксиген. Все восполняется. Так, может нам уже закрыть все двери нафиг? О, оба напали. Сейчас еще... Давай и ты напади. Давай, сейчас и ты напади. Оксиген. Так. О, все, я остановил все. Так, осталось только от этого Васи запереться вонючего. А, все, мы прошли. Да, мы прошли. Что, мини-игры не будет? А, наверное, не будет. Нам только дадут эту. Как там? Ну, вот эту вот как раз дадут. Нам дали вот такую вот плату. $100, 50 центов. Я в этих долларах не разбираюсь. Ну вот у нас одна звездочка. Так, полазим в экстра менюшки. Аниматроники. Фредди, Балора, Мангл. Стоп, что? Мангл. Шедл Фредди. Ладно, потом посмотрю как-нибудь. Это что, Мангл? Так, скримеры. Я не понял, а почему от других аниматроников нету? А, Фокси отвечает за вспышки, ну конечно. Так, куплю-ка я эту картошку. Хочу купить картошку эту, она что-то от... От Алекса делает. Стоп, я Грека перепутал с тем мелким. Тут мелкий Алекс, а Грек это фиолетовый Васса. Аниматроник, который из FNAF Ultimate Edition в первой части. Так, ну тут нам делать своего аниматроника. Там еще то, что я пропустил, это челленджи были. Ну, Алекс там, он нам просто дверь запрещает. То есть мы не можем закрыть эту дверь, если он зашел. Правую только. Так. А что если у них скримеров нету, значит, может им вообще не запирать, это просто автор сделал, чтобы мы побольше энергии тратили. А может и нет. Кстати, я перезагрузил съемку, чтобы не терять на этот раз пятую ночь. Потому что потерял ее. У меня она не записалась. И все, опять пошло нафиг. Так, Фокси выглядывает опять. Шестая ночь. Я уж думал, совсем жестко будет, а тут вообще нифига не жестко. Все то же самое, у нас энергия 194, этого хватит вообще. Я прохожу шестую ночь,
у FNAF пародии, если там хороший автор и дает экстра после пятой ночи, а не как в первой части, Балора пошла нафиг, она нас убила. Так, что же я хотел сказать? О, вот у нас тут Фредька. Фредька, эй, ты чё тут мутишь? Нафига в детской пиццерии такие морги делают? О чём же я говорю-то? Я чё-то не помню, уже забыл. Это Балора всё испортила. Так, о, кстати, вот у нас эта картошка появилась, я ее не заметил. Шестая ночь. О, вот у нас Shadow Freddy. Shadow Freddy, так, может не запираться от этих аниматроников вообще? Так, Фокси у нас тут просто выглядывает пока. Да хватит оксиген воровать. Блин, что они присосались к этому оксигену? Вообще оборзели. Бэйби, у тебя там... Так, нет, пойду-ка Балоре жаловаться. Эй, Балора, у тебя там минерины оборзели. О, Фокси, пока. А чё вы оба напали? Ну всё, мы проиграли. Я уже сразу поставил на паузу. Так. Балора, ты... Да ё-моё, я второй раз уже погибаю. Ну ё-моё. О, Фредька, привет. Оксиген, блин, опять воруют. Так, наконец-то. Балора, уйди отсюда. Так. А, это Грег был. То есть не Грег, а Алекс. Ну, та мелочь. Так. Вы что, оборзели? Оп, блин. А теперь, бэйби, пойду жаловаться. Так, ща пойду. Так. Алло, бэйби, у тебя там робопупс оборзел. К моей энергии присосался. О, блин, эти минерины тоже офигели, блин. Так. Стираемся от всех. Может закрыть все двери нафиг? Хотя 3 часа. Я заперу, у меня вся энергия нафиг пропадет. Я не доживу даже до 5 часов. Так. А, ну да, я вспомнил, я же говорил про FNAF пародии там, то что... то, что я прохожу шестую ночь только у добрых авторов, у которых есть экстра, то есть доступно. Фнак? Стоп, я там не смог просто пройти шестую ночь, меня там убивали. Хотя мы FNAF покинули не так недавно. Ну, по меркам FNAF, потому что... Я только первую начал проходить после FNAF-а, а сейчас я только вторую уже заканчиваю. Это не так уж и давно было. Я FNAF прошел. Да, еще, кстати, КТ. Это я забыл сказать вам.
Нет, все-таки этот Бонька убивает от него Скрымак из первой части. Из первой части. Да, прям под конец решил сказать. У нас тут опять все приперлись. Ща, когда останется 10 секунд, они все, блин, со всех дверей припрутся. 80%. Да, мы должны, можно хоть дверь запереть. Все нафиг. О, FNAF 3. Ну, тут нам нечего волноваться. Тут всего лишь фантомы, которые не убивают. Они просто мешают. Все, запираем все двери нафиг и все. Пошли все в... Пошли все нафиг, блин. Так, все ушли со всех дверей, но я останусь. Да, нам должно хватить, даже если бы мы с этими открытыми дверями сидели. Ну вот видите. Так. Шестая ночь. Нам... Так. $20, 10 центов, что ли, нам еще дали, прибавили. За еще одну ночь. На... А, ну да... Да, да, нам дали. Там еще хелп было. Вот у нас эти кастомные ночи. Ладно, коты, звать, подписываться на мой канал и ставьте лайки. Все, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Yes.